Доброе утро, коллеги. Мы сейчас находимся в эпицентре выставки «Агро-2017», которая проходит на Южном Урале уже в 24-й раз. Отмечу, что эта выставка крупнейшая в регионе. В Челябинск приехали более 150 участников. География поражает: Башкортостан, Пермский край, Оренбургская, Свердловская, Курганская области, ну и, конечно же, Челябинская область. Для того, чтобы разместить всех участников выставки, понадобилось много места. Ледовая арена «Трактор» подошла по площади. Агро-2017 – это такой своеобразный агромир, а главная экспозиция выставки – это, конечно же, продукты, выращенные и изготовленные на местных предприятиях. Здесь представлено очень много мясной, молочной и рыбной продукции, кондитерских изделий. Отмечу, что в рамках выставки проходит деловая программа, организованная региональным министерством сельского хозяйства. А выставку посетил и сам министр, и губернатор Борис Дубровский, а также главы районов, руководители различных предприятий и даже ученые. Все они обсуждают развитие и проблемы сельского хозяйства. Отмечу, что на выставке также представлены и современная техника, и научные разработки. Все то, что может пригодиться аграриям, ну и, конечно же, просто жителям Южного Урала. Последний день выставки – это 19 августа, так что нужно успеть ее посетить. Эльвира Исмагилова, Андрей Ярушев, ОТВ.